Девочки и мальчики, всем привет! Ну что я хочу вам сказать? Питерская погода, покажу вам Машу серость. Серость и дождь у нас идет уже. Так, вон там вот поближе покажу вам. Видите, у нас там... Ой, не видно пальчика моего. Вот там переход, наши дороги питерские, вот. Ну что, серость, клен опавший, клен ты мой опавший, все. И вот такая дребедень, девочки, целый день. В каком смысле целый день? То есть уже неделю льет дождь, а в Питере идет вот эта мокрота, вот эта вот фигня. Ужас, ужас, ребят, настроение нулевое в такую погоду. Вот вы представьте себе, сейчас 11 утра, вот такая вот серость. Все, ну, часов до 3, до 4 такая серость будет, потом опять темень выколи глаз. Вот такая вот ерундистика началась. Это ужасный, вообще не люблю ноябрь, самый противный месяц, по-моему, в году. Вот, в Питере, вот, октябрь, все-таки еще такой мой любимый октябрь, сентябрь, да, а это уже все, и пока не наступит декабрь, не выпадет первый снег, снежок выпадет, все-таки, знаете, не такая серость, но бывает вот такая серость всю зиму, вот всю зиму, представляете себе, льет дождь, и вот такая вот серое, вот такое серое небо. Это очень тяжело, это очень давит на психику. Вот, поэтому вот так. Но мы держимся. Мы держимся, несмотря ни на что. Ну что, девочки, продолжим сегодняшний денек. И что? Значит, я заказала продукты, давно не показывала. Посмотрите наши цены. Так, на 5200 рублей я заказала, потом вам скажу, сколько это будет в долларах, напишу. Значит, ну что я заказала? Значит, начнем давайте с того, что я просто помню пока. Печень трески, девочки, печень трески 90 рублей. А взяла горбушу 200 с чем-то рублей. И это 216 рублей печень. А, нет, горбуша, по-моему, 79. Вот, 216 рублей. Поехали дальше. Вот такие постилки, девочки, без сахара. Вот без сахара взяла сладенькие. Значит, они стоят 70 рублей. Но это все я беру, кстати, взяла. Все, в основном все по скидке взяла. Взяла вот такое вишневое, без добавления сахара, вареница. Значит, оно 130 рублей стоит. Нет, 180 рублей, девочки. Ну, не дешево, не дешево. А здесь сколько грамм у нас? 300 грамм. Не дешево. Не дешево. Взяла крабовые палочки. Значит, сколько здесь? 10 килограмм практически на 160 рублей. 174 рубля стоят они за килограмм. Взяла, девочки, шею взяла. Почти. Так, на, смотрите. Взяла по скидке. Для шеи это очень дешево. 300 рублей за килограмм. А на 2 килограмма с лишним на 639 рублей. Значит, молоко, девочки, простоквашино взяла опять-таки по скидке. 64 рубля. Так, до какого у него срок годности? Давайте посмотрим, чтобы... До 23.11. Вот, до 23.11. Значит, время есть. Есть Мейлер. Так, выпьем. Кефирчик взяла. Кефирчик, он стоит 84 рубля. Тут срок годности до 25. Так, дальше взяла творог. Творог 130 рублей, значит, 9%. Рассыпчатый такой творожочек без пальмового масла. Во всяком случае, так написано. До 10-12 у него срок. И сколько же там? Ну, по-моему, 100 с чем-то, девочки. 100 с чем-то, потом, может быть, увижу. Так, что я еще взяла? Взяла мираторговский фарш. 260 рублей домашний. Здесь 400, здесь 500 грамм. Взяла вот сыр Маздам. Сыра захотела. Вообще, я к сыру, девочки, ну, я так, не очень сыр люблю, но и к сыру
иногда мне хочется. Значит, смотрите, стоимость 260 рублей за... Вообще он со скидкой шел, видите, 670 рублей за килограмм стоит. Здесь 400 грамм 260 рублей без ЗМЖ, то есть без пальмового масла, без всего. Вот, это хороший сыр, но это он по скидке, конечно. Так он дороже, он почти... Вот видите, сколько вообще он на самом деле стоит. Цена без скидки 873 рубля за килограмм. Я взяла по скидке. Так, дальше. Бекончик мираторговский. Ой, сейчас, секунду, девочки. Ну, не буду доставать. Ой, сейчас достанем. Достану, значит, сначала ветчина. 1,5 кило 508 за 500 рублей. Это ветчина из бедра индейки. Так, и взяла... Бекончик, девочки, бекончик. Слушайте, так солнце вдруг засветило. Что случилось-то с питерской погодой? Бекончик 120 рублей тоже взяла по скидке. Мираторговский, этот я люблю. Так, значит, взяла, девочки, минтай, который я тоже люблю. Я люблю. Взяла филе минтая. Филе минтая взяла. Так, вот он замороженный. Вот, тоже хорошая... Так, взяла колбаски. Вот взяла колбаски. Хочу сделать оливье. Вот, что-то мне захотелось оливьешку. Взяла вареные колбаски. Господи, насколько же это? Тоже она шла по скидке. Там 300 с чем-то рублей. 350, по-моему, девочки. Так, ну, как всегда, взяла свой хлеб столичный. Хлебный дом. 80 рублей не подорожал. А вот знаете, батончик подешевел. Хлебный дом, батон, московский хлебный дом. За 29, то есть 30 рублей, девочки, всего лишь. 30 рублей. Так, дальше. Взяла цикорий. Вот этот настоящий, девочки, цикорий. Не в гранулах, а который растворимый. Вот этот цикорий классный. Вот, взяла кофе. Взяла кофе, вот. Nescafe Gold, написано, что хороший. Мы кофе очень редко пьем, мы не кофеманы, мы вообще кофе... Я уже давно пью цикорий или травяные чаи, но мне почему-то захотелось кофе, думаю, ну иногда надо и кофе с молочком попить, да? Вот, хотя, конечно, это для меня очень, я редко это делаю, практически никогда. Так, взяла вот какао-порошок, очень хороший какао-порошок, но я его беру, если для выпечки, очень хорошо для выпечки, добавляете и то, что надо, ну и так хорошо. И взяла вот этот макчук чоколайт, горячий шоколад, иногда себя побаловать горячим шоколадиком, девочки. Он в таких вот растворимый, вот он в таких вот пакетиках, вот. Думаю, тоже себя иногда побаловать. Зима же на носу. Так, это первая часть того, что я купила на 5200. Сейчас вам покажу следующую часть. И продолжаю. Значит, полкило редиса купила. Это 80 рублей. 79 там с копейками. Значит, смотрите, какая хорошая картошечка. Картошка отличная, чистая. 5 килограмм по... За 300 с копейками. То есть здесь за килограмм 31 рубль с копейками. 30, ну, в общем, 32 рубля, грубо говоря. Посмотрите, какая хорошая картошечка. 5 килограмм взяла. Так, дальше, смотрите, вот такой мастер-шеф харчо. Я взяла суп. Знаете, у меня очень хорошо получаются супы, кроме харчо. Я не знаю, это простой, вроде бы, простой грузинский суп. Ну, то есть, простейший. Но у меня не получается с тем вкусом, как вот я, например, мне делала моя свекровь. Как она мне делала, как она делала это харчо. Я не знаю, такое было вкусное. У меня не получается, но вот я взяла в такой баночке попробовать. Так, девочки, хурма. Хурма. Смотрим и удивляемся. Так, почем у нас хурма? Так, где у нас тут? Есть начало, нет конца. Так, ну как всегда. Ну как всегда. Что ж такое-то, а?
Так, смотрите, девочки, цена за килограмм 70-80 рублей. Это по скидке. Я взяла, значит, на сколько здесь у меня получается? Кило 400, 112 рублей. Вполне, девочки, приемлемая цена. Я люблю вот эти свечки. Она очень вкусная, это хурма свечки. Она еще, знаете, если вы ее еще положите, ну, такая она такая тверденькая, да, положите ее рядом с яблоком за 3 дня, даже за 2 дня, у вас хурма станет офигенная, мягкая и вкусная. Так, дальше купила вот эти помидорки, взяла. А по 94 рубля, ну, в общем, около килограмма, на 91 рубль. Дальше, девочки, вот такие вот эконом яблочки. Они пахнут даже яблоками, то есть даже яблочком пахнут. Сейчас я достану. Ой. Яблоки офигенные. Посмотрите, какая красота. И они всего лишь по... Так, ну что это? Ой, ну, девочки, ну почему я неправильно раскладываю? Так, и всего лишь по 53 рубля за килограмм. Я взяла почти 2 там с чем-то килограмм. 2,354 на 125 рублей 44 копейки. Обалденные яблоки. Так, дальше. Взяла вот такие вот огурчики. 3 штучки взяла, они по 40 рублей. По 40 рублей штучка. Ну, такие большие, тепличные, мне они нравятся. Так, смотрите, у нас подешевел батат. Батат. Ну, что это такое? Девочки, почему я все неправильно кладу? Я же раскладывала специально для вас. Батат стоил 178 рублей за килограмм. Сейчас по 67 рублей. Я взяла... так, насколько у меня здесь вышло? Так, вышло на почти 2 килограмма. Ну, 2 килограмма, считайте, на 131 рубль. Я его буду запекать и понесу, и буду брать на работу в запеченном виде. Я его очень люблю. Это очень полезная штука. Но она у нас достаточно дорогая. А здесь так подешевело. И я вот взяла 2 килограммчика, буду по 2 штучки запекать и носить на работу на обед. Значит, капуста белокочанная, девочки, у нас по 15 рублей за 3 килограмма, там 54 рубля всего лишь, значит. И взяла краснокочанную капусту, она подешевела, стала 80 рублей стоить. А вот у меня здесь на 180 рублей почти 3 килограмма. Так, значит, горошек. Горошек 74 рубля. Горошек. Вот такая вот ассорти скатерть-самобранка. 100... Так, сколько здесь, во-первых, миллилитров? Давайте посмотрим. 720 миллилитров. 140 рублей, по-моему, около того. Ну вот, девочки. Вот это, значит, на 71 доллар я посчитала уже. Значит, 5, на русские деньги это 5200. Вот такой ассортимент еды. Ну, что я вам хочу сказать. Я, в принципе, если брать со скидкой, то все получается по той же самой цене. Да, еще лук. Лук еще, девочки, взяла. Вот лук, 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 лук. Вот такой вот лучок взяла. Господи, насколько он здесь? Так, здесь 500 грамм получается, да? 500 грамм. 500 грамм, девочки. Вот. Лучок недорогой, то ли по 29 рублей, что-то такое за килограмм. Что-то такое дешевенькое, дешевенькое. Ну вот, девочки, вот такая марлезонская часть закончилась. Значит, набрала я еды прилично. Буду сейчас готовить на... Наверное, дня на 3 буду готовить, потому что я работающая дама. Хочу приготовить оливье, хочу приготовить винегрет, хочу приготовить жаркое с мясом. И я уже приготовила щи. Свежие щи со свежей капустой. Ну, вот так вот, девочки, потихонечку, помаленечку будем. Со всеми прощаюсь. Спасибо всем за внимание. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и сравнивайте цены.